have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами опять здесь. Я нашел немножечко другой путь, теперь как нам ходить, потому что я пришел сейчас сверху через темную реальность. Убил тут одного... Ой, взрывной флакон, спасибо. Обыскать решку, пожалуйста. Ага, сейчас. Да тут не... Видите, тут все завалено, теперь можно камушек отсюда подобрать. И можно выйти на балкон. В общем-то, мы примерно на том же самом месте. Так, теперь можно сундучок. Теперь будет решка. Ну, блин, я свою удачу знаю. А, не, ладно, орел. Кольцо ш... Что, блин? Это где-то с... Кольцо с шипами, да. Защита... выделяет малый постоянный поток яда, делает носителя устойчивым к высоким дозам. А это, кстати, интересно. Была такая штука, где она была? В Dark Souls, по-моему, да? Где можно было отравиться пирогом из говна. И тогда, ну, пока на тебя действует один яд, ты устойчив к другим ядам. Была такая фишка. Мы сейчас тут еще походим по темной реальности. Масло. Курительную трубку. Это, конечно, все круто. Я не спорю. Сырое мясо. Сырое мясо, кстати, нашел. Убил одного повелителя мух. С каким-то разумным цветком. Это, вообще-то, очень странная тема. Метательный нож. Я, вообще-то, хочу сохраниться сейчас. Червивый сок. Блин, он меня уже задолбал. Кстати, насчет червивого сока. Я, видимо, то ли как-то неправильно что-то делал в прошлый раз, то ли я не знаю, как это работает. Перо. Интересно. Вот, ладно. С этим мы еще разберемся. Давайте мне теперь больше повезет, пожалуйста. Давайте оторву одеяло. Отдохнуть. Решка. Две решки, отлично. Все, я могу теперь по-человечески сохраниться. У меня до сих пор осталась необысканная библиотека. Я, наверное, туда схожу, но там... По крайней мере, отсюда сейчас до библиотеки добираться ближе и быстрее. Нет, слабеть от голода не надо, пожалуйста. Давай ты заплесневелого бреда покушаешь. И все хорошо. Что у нас по менталке? Менталка у нас так себе. Но я надеюсь, мы найдем что-то хорошее. Раз мы сохранились, давайте я подерусь с этими ребятами сейчас. Так, девочка... Минечку, иксом я отменяю, что ли? Прикиньте, иксом можно отменить атаку. Так, взрывной флакон. У нас их два. Можно камушек кинуть, можно ножик метнуть. Давай ты метнешь по... Прикиньте, блин, я... Ай. Я на икс нажимаю, и поэтому... Так, хорошо. Одну руку от... Черт. Сбежать. А, этот бой уже проигран. Ладно, сейчас. Пойдемте. Вот эта вот царапина, это просто что-то отвратительнейшее. Я ничего не могу с этим поделать. Она мне рукой царапает. И... Черт. Мне просто хочется, чтобы у меня тут была безопасная зона, где я мог бы спать. Поэтому мне нужно... Давай вот так. Вот так. И вот так. Отлично. Отлично. Так, мы зато пропустили первую очередь по младенцу. Интересно, как у нас сейчас пойдет с
ним разговор, успеет он до нас дойти или не успеет. Если не будем промахиваться, то, возможно, все будет нормально. Спасибо. Спасибо, блин! Миазмы промахнуться, ну это ж просто... Мечта любого человека, да? Он сейчас еще встанет, но потом будет бить уже, да? Вот, да-да-да. Хорошо. 76. Давай на 500 с чем-то, пожалуйста, ударь его. На 600, нормально, подходит. Суперски. Так. Да ну промах-то такое. Все, не все, давайте добьем уже эту штуку. Вот в таком виде она, по-моему, абсолютно бесполезная. Это просто поглотитель хпшки, да? Отлично. Так, хорошо. Одну штуку мы вроде как завалили без потерь для себя. Зачем ты ее бьешь? Обыскать. Вторая там у нас сохраняет счастливую монетку. Но мне интересно, что тут за колоннада. И ну, мы сюда еще ни разу не ходили за все это время. А, это лестница. А, так тут не просто... Понял. Ну, давайте обыщем. Открыть решка, пожалуйста. Получилось. Камень душ. Фига. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет, чувак, я тебя понял. Все, 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 не надо мне по два раза повторять. Я не дурак. С такой менталкой ходить... Не, спасибо. Ничего стоящего. Как жаль, что... 6 серебряных монет. Можно пойти еще одну зельку купить, кстати. Нам теперь хватит. Там, правда, эта фигня будет. Так, слабеет от голода тоже. Неужели? Вот это место. И теперь внизу, кстати, тоже дверь открылась. Получается, знаете, что получается? А получается, что нам нужно убить еще одну куклу? А, так это обычный шорткат получается. А он офигенный, кстати. Я думал, что я открою себе место куда-то в новой реальности. Я сейчас пойду тогда... Мешки под глазами. Да, это, конечно... Так, во-первых, похавать надо. Можно было бы сделать рагу, да? У нас сушеные грибы появились. Репа, которую можно почесать. Так, на тебе рагу. Голода у нас по полтосу, сейчас оно это так. И для волчицы, наверное, бреда заплесневелого. И теперь надо сделать, сделать, сделать. Вот, один рагу я могу сделать. Нужно пойти взять зелье менталки. Я прочитал ваш коммент насчет насчет использования пустых слитков, хотел сказать, свитков. Это очень полезно, я обязательно попробую, просто, наверное, не прямо сейчас. Но я очень постараюсь не забыть об этом. Так, флакон с водой. Зелье, эликсир разума, да, у меня есть. Мне нужно два эликсира менталки. Один я сейчас смогу еще купить. Так, эту штуку мы сейчас оббежим. Там опять никто не появляется в дырке. Что-то он одно время появлялся, потом как-то перестал. Раз уж на то пошло. Очень интересный шорткат у нас появился. Я вообще думал, что мы ищем проход дальше. А это не проход дальше, мы ищем шорткат. Так, дружище. Артефакты. 15 зелья разума, пожалуйста. Спасибо.
уйти. Вот сюда вот я еще сейчас, получается, не ходил. Я сразу пошел через этот заваленный проход. Вот эти ящички я еще не обыскивал после загрузки. Длинный меч я нахожу. 5 огнив. Неплохо, кстати. Еще 5 огнив. Сейчас вот этот перец пройдет. И мы пойдем ящички сверху облутаем. Я не знаю, наверное, я пойду лутанусь в библиотеке. Может быть, не сейчас. Я даже не знаю. Нет, наверное, в библиотеку все-таки... Черт, я бы такой, чтобы сейчас пойти сохраниться и попробовать ушатать вторую куклу, а потом, чтобы у нас то место было для безопасных сохранений. Нам это будет очень выгодно, как по мне. Поэтому... Опустошенный взгляд, да-да-да. Так, это у нас заключенный... Погодите. Вот, нам вниз. Это проход вверх в библиотеку. Давайте мы сейчас, наверное, с этими всеми... О, кстати, с этими всеми ребятами мы же еще не говорили, получается. Железная стрела. Маленький ключик. Еще... Ой, счастливая монетка еще. Знаете, я потрачу еще одну счастливую монетку для сохранения. Вот вообще без проблем. Мне это сейчас важно, ну, как бы зацепиться на этом клочке мне сейчас важно, потому что вот эта точка сохранения, она сейчас просто офигенная. Если я убью вторую куклу, ну, в смысле не если, а когда убью вторую куклу, если это произойдет без проблем, то получается я еще и вот это место себе сделаю с безопасным сохранением. Это было бы просто бомбически. Поэтому сейчас не особо безопасные. Орел! Есть! Сработала безопасная монетка. Извините, ребятушки, дела-дела. Так, получилось у нас сохраниться, я так понимаю, да? На счастливой монетке чисто прокатили. Давайте тогда теперь с вот этим вот чуваком наладим наши отношения. Ой, я это зря сделал, я ж без миазмы пришел. Ай, черт тебя. Менталка 33. Это вот вообще нехорошо. Но я сейчас попробую вот что сделать. Подраться. И после этого уберу сразу, если успею. Да, на 481 он полностью отрубает. Хорошо. Все, теперь быстро бьем мелкого, потому что вот он нам сейчас самая большая проблема. Если получится, блин, что-то у нас Дарт напугана очень сильно чем-то. Я не помню, какие дебафы страх дает. Но пока что она вроде дерется, так что... Не надо ко мне тут ползти, говна кусок. Ползет оно тут. 85. 485. Нормально. Нам вот этого сейчас надо быстро убить, пока оно не начало нас бить. Потому что оно тут это... Сдохни, пожалуйста. Просто исчезни. Фух. Ну все. Ногу докусываем. Фух, есть. Второго тоже ушатали. Берем теперь монетку. Отлично. Я сейчас допрыгаюсь. Кулье зубы, все. Менталка 32 у каждого сейчас. У меня... Так, хочу ли я менталку им полностью сейчас поднимать или нет? Я потом могу еще найти Эль.
Ай, наверное, хочу. Так, солями никому не надо. Нет, никому. Давайте... Что сделаем-то? Мне стеклянных флаконов просто до черта. Ай, блин. Эликсир разума. На. И на. Вот так. И теперь сохраняемся. Отдохнуть. Орешка. Орел и решка. Но по идее ничего не должно произойти. К нам никто не должен прийти. Тот их прерывается. Ты чувствуешь, как что-то то-то сё-то. Но ничего не случается. При этом, скорее всего, я сейчас буду просто... Да, они даже менталку не потеряли. Мне сейчас нужно будет перезайти в локацию, и тогда я смогу заново сохраниться. Все, тут было только два манекена, и когда мы их убили, мы, получается, сделали себе безопасную зону для сохранения. Здесь можно теперь без счастливой монетки сохраняться, и нам ничего не будет угрожать. Единственная фишка, что вот если мы не угадываем, то нам приходится перезаходить в локацию. Это немножко неприятно, но в принципе терпимо. Так что отдохнуть. Ну давай на орла уже отдохнем. Спасибо, блин, вторая решка. Ну, просто зашибенски. Бесит. Может, черт с ним, еще раз с монеткой сохраниться, чтобы уже сохранение было человеческое. Ладно, вернемся, как сохраню. Наконец-то это случилось. Пытался принципиально сохраниться на орла. 4 раза, блин, мне выпадала решка. Игра, блин, спасибо. Убейся об стенку. Так, ладно. Знаете, что теперь я думаю? Кстати, я ту штуку не обыскал. Но то, что я не обыскал, то мне, в принципе, мало интересует. Слабеет от голода. Ну, просто супер. Где там наши солями? Сырое мясо. Погоди, мы всю солями съели? Нет, я пролистал, скорее всего, да? Вот солями. Как раз 2 штуки мы сейчас еще израсходуем. Отлично. Думаю, нужно будет пойти сейчас, повернуть реальность. Да, это мы все открывали. Повернуть реальность и походить по темному городу. Там еще пособирать лут. Возможно, подраться с еще одним Вельзевулом. Или в светлой реальности. Тут сейчас можно сделать очень много чего. Просто в темной реальности у нас там лута будет больше. Ну, в смысле, там все заросло травой. Там можно найти и траву, и грибы. И все, что хочешь. Сейчас мы с вами так, наверное, и сделаем. Переверну реальность. Библиотека. Ну ладно, к библиотеке мы еще сходим. Та, ну, подойди к этой штуке, спасибо. Вот тут у нас еще грибочки. Мне нужно где-то зеленую траву найти. Север, Великая Библиотека Просветления, Восток, Центральная Площадь, Башня Бесконечности, Юг, Храм Мучений. Храм Мучений звучит очень... как то место, которое я не хотел бы идти, наверное, да? Да, здесь мы были. Второй раз я, наверное, пока спрашивать не буду, пусть это место у нас будет, останется непосещенным. Во, грибочки. Тут грибочков очень много, тут можно хавчиков понасобирать себе. Эти рагу очень хорошо восстанавливают. Вон тут еще один Вельзевул, давайте мы его тоже грохнем. Ну, я надеюсь, что у нас... Блин, а этот без цветочка, этот... Черт, а я с чем сейчас? Знаете, что придется загружаться. Потому что он меня сейчас убьет. А, не, нормально. Волчица ему просто голову откусила. Может, кстати, камень душ? Камень душ не реагирует на останки существа. Теперь использовать... Нет, не хочу тогда. Обыскать... 3 синие травы и 2 маленькие семечки. Фига себе. Нет, погоди, освежевать. Может, я и не буду загружаться. Я вообще... Давай, факел. Так будет немножечко получше. Я вообще заподозрил, что у меня... Да, у меня акульи зубы, я потому не хотел с ним траться. Я забыл миазму одеть.
теперь скрафтить. Сделать предмет. Синий флакон. Раз, два, три. Сделаем три и еще два оставим себе под красную траву, если вдруг найдем таковую. Синие флаконы. Ну, вот как-то вот так вот пока что походим. В любом случае, если что, у нас сохранение совершенно недалеко. Поэтому у нас не должно быть... Напугана девочка. У нас не должно быть каких-то проблем. Былой жестокости. Давайте вот это все лутанем сейчас. Мы здесь, по-моему, в темном мире два яйца. А, нет, мы были... Две морковки, что... А, нет, сыр. Я вспомнил, после двух яиц я вспомнил, что здесь был красный флакон. Это, конечно, хорошо. Белый флакон, это, по-моему, тоже неплохо. Я бы курительную трубку... Мне бы табачка найти, например. Я вот был бы прям не против. Спасибо. Игра. Просто иногда я чувствую прямое взаимодействие между нами. Трубка, табак, да. Курить будет девочка. Немножко успокаивается. Что вот это за место? И... Паук, ну... Паук, в принципе, не проблема, по-моему, да? Тут какой-то скелетончик. Я тут вообще не был. Одинокий скелет сидит. Что это за место, я вообще без понятия. Тут, кстати, еще один факел. Давайте мы его убьем с первого раза, пожалуйста. Блин, она, кстати, рукой скелета на 93 фигачит. Да, нормально, убили с первого раза. А... Камень душ нет. Обыскать. Ничего ценного. Вот эту штуку надо зажечь. Да. И тут у нас еще один, получается, маяк, который мы можем переворачивать реальность. А это интересно. Я в этом месте не был. Ну-ка, давайте перевернем реальность на минуточку. Что у нас здесь? А здесь ни скелета, ничего. А. Окей. Факел у нас зажженный остается и в том, и в другом виде. Да мы где-то как-то по крышам, что ли, ходим? Что здесь происходит? Красный... Ой, красная трава, это здорово. Червивый сок, не уверен, насколько оно мне надо. Тут какое-то такое место. Ну да, два факела. Тут вон вход. Вход я вижу, да. Голубой флакон, ой, блин, это вообще суперски. Капюшон тоже неплохо. Куда мы лезем? Кто-нибудь объяснит нам? Место с телегой. Волчицу надо покормить. А, сыр. Желтый флакон. Где у нас вот заплесневелый бред? Знаете что, наверное? Где у нас там голубой флакон был? Флакон с водой. И взрывной флакон. Белый. Синий. Ладно, возможно, сюда нужно прийти в другой реальности. Ну, потому что здесь сейчас ничего нет. Тут с картой прям, ну, огромнейшая путаница. Я же говорю, это пока что моя единственная такая претензия к этой игре, потому что с картой здесь, из-за того, что она такая 2D-шная, вообще ничегошеньки непонятно. Давайте сходим сюда в другой реальности, посмотрим, как это все будет. Знаете, я поймал себя на мысли, что это же, по сути, игра на время. Так-то, по-хорошему, я не люблю игры на время, в которых у меня есть жесткие таймеры, где нужно успевать куда-то. А здесь прям очень жесткие таймеры. Кроме того, что тебе нужно добраться до определенного места, так еще и... У меня есть много довольно огнив, я, наверное,
Зажигаю. О, там что-то есть. Монетка. Да, спасибо, заберу. И к тому же, да, тут таймеры абсолютнейше во всем. Таймер на факел, таймер на психику, таймер на еду, таймер на все. Вот, и... Но не знаю, эта игра меня чем-то притягивает. Мне в ней что-то нравится, поэтому я, собственно, и продолжаю в ней играть. Странно. А, тут проход вниз. Дорога обрушилась. Изучить... Я что-то вот это... Видите, из-за того, что здесь стена, я не заметил, что сюда можно пройти. Сейчас мне, видимо, придется опять в ту реальность возвращаться. Ну что, здесь телега, да, здесь ничего не изменилось, черт. В современном мире тут все обрушилось. Мне нужно вернуться в старый мир, и там, где дорога эта еще не обрушилась. При том, что мы пошли вообще в какую-то левую сторону, нам нужно было еще потом вниз спуститься. Тут много нехоженных мест. Как в этом всем не запутаться, я пока что не знаю. У меня в голове не до конца складывается карта этого места. Пойдемте. Теперь нам нужно туда вниз пройти. Блин, мы ходим по одному пятачку уже столько раз и... А, обидно немножко. Интересно, как собака спускается таким задним ходом. Тык-тык-тык-тык. Вот здесь вот вниз можно пройти, видите? Но этого не видно было из-за стены. Да, теперь тут можно. У-у-у, а тут что-то прям жуткое. Потыкать. Никакой реакции. Слабеет от голода. Не надо, пожалуйста, слабеть от голода. Какой факел? Я случайно использовал факел. Какой же я... Да, нехороший человек. Рука, рагу. Может, рагу тебе? Рагу сильно восстанавливает. Мясо. Может, помидорку ей скормить, кстати. Чисто чуть-чуть поддержать голод. Смотри, тут везде кровяки сколько. Так, тут шмотки, шмотки, шмотки. Это, конечно, все весело. Еще один маяк. Монокль. Ой, голубой флакон, отлично. Ну, тут просто безграничные возможности с этими перемещениями, с этими маяками. Факел находим, целый, отдельный. Прикольно. Комната заполнена пожирающими плоть мухами. И круглая лестница. Погодите, я сначала хочу проверить, как это место выглядело в другом времени. Просто звездец! О-о-о! А в другом времени тут, наверное, будут эти вельзевулы ходить, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Красный флакон, отлично. Ужасный смрад запекшейся крови и смерти наполняет воздух. Кстати, сушеные грибы надо приготовить. Где у нас там? Держи. Офигеть, местечко. Стеклянный флакон. Дайте мне их чем-то... Капкан, дайте мне их чем-то заполнить. А погодите, это отдельные... Это отдельные помещения, куда можно ходить. Ой, бутылочка Эля, просто суперски. У меня по разуму вроде все пока нормально, но бутылочка Эля это офигенная находка. Я просто... Кираса. Паучок ползает. Ну, паучок-то такое. И... Да, и третий тоже это отдельный вход. К
кусок ткани, палку, паучки. Давайте их сразу буду убивать, чтобы они не лазили. Извините, что, блин? А кто-то может мне объяснить три, блин, промаха? Тут, так понимаю, завалено, да? Это нужно будет в другой реальности проходить сюда. А, нет, нормально. Можем сюда пройти. Не знаю, надо было орла брать. Угу. Первое предчувствие всегда правильное. Не знаю, как это работает, но первое предчувствие всегда правильное. Я уже, когда кидаю, я уже знаю, что не сработает. Масло. Ну что, кашу маслом не испортишь. Давайте вы его сразу убьете. Да ну фига ли-то, промахи! Как вы по три раза промахиваетесь? Что здесь происходит? Так. Я могу что-то скрафтить? Мясо, морковь, мука. Я могу смесь сделать, кстати, одну. Грибочек, рагу, рагу. Ингредиенты. А ну факелов могу понаделать. Блин. Что ты меня так пугаешь, твари кусок? Ладно, пока вроде нету какой-то большой драки, буду ходить голодным. Попробую потом поесть, если получится, если успею перед дракой. Мне кажется, нужно было зайти туда еще в боковую комнату. Может, мы промахиваемся, потому что голодные? Вот уж не знаю. Табак, ой, прям хорошо. Так, там ничего нету. А мы сейчас не колечко случайно накинули? А, колечко накинули, хорошо. В урне ничего нету. С чем я ее поздравляю? Шишку нашел, круто. А. Камень душ нашелся. Ну хорошо, тут мы это место обошли в этом времени. Теперь можно его, наверное, обойти и в древние времена, да? Сейчас попробуем. Интересно, что тут будет. Вообще, в этой серии у нас довольно много чего новенького. Это радует, потому что брожение по одному месту немножечко поднадоедало, а тут прям хорошо получилось. Тут как-то светло, так такая музыка играет. Нифига ни разу не спокойнее, но все равно. То есть просто то, что здесь творится в этой игре, оно не приносит никакого спокойствия, в принципе. Тут, кстати, вот этот опять появился звук работающего механизма. Что мне осталось? Почему вы не можете дважды лут сюда положить, ребят? Ну я же хожу по двум разным временам. Почему нельзя два раза лут положить? Было бы честно, на мой взгляд. Причем, ладно бы это работало, что в старое время, если ты забрал, то в новом времени ничего не осталось. Но если наоборот... Ну, кроме звука, пока тут ничего не поменялось. Я не знаю, вот эта штука, может, тут что-то будет другое. Цепи, они ждут начала жертвоприношения. Нет, спасибо. Фига ли я Дарс буду подвешивать-то на цепи? Хотя, ребят, если кто знает, что это, расскажите. Мне было бы очень интересно. Ёпперс это. Да, 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 два раза. Я с этим драться не буду. Я такое уже видел. Мы с вами уже с такими ребятами встречались. Воздушная тревога.
идешь нафиг. Это я с этой стороны к нему захожу, получается, да? Да, он где-то там сидит. Ну все, нам тогда, получается, больше делать нечего. Что у нас по менталке? Менталка держится, кстати, довольно неплохо. Голод подступает, но, в принципе, мы можем рагу нажраться, и с этим будет немножечко попроще. Тут у нас какое-то, короче, место жертвоприношений. Какое-то место жертвоприношений. Не, мне показалось, он что, сбежал, что ли, с этих цепей? Это не он, тут другой. Тут вообще все как-то замешано на этих цепях и кровяке. Это довольно интересно. Хорошо. Что если мы... Что это за место? Ничто. Тут у нас шмотки висят. Погодите, это мы сейчас наверх к нашему сохранению выйдем или где? По-моему, да. Ничего не осталось. Это мы уже явно лутали. Место с телегой. Да, здесь мы были. То есть, это получается, мне сейчас предлагают исследовать все в двух мирах. В этом и в том. Вот наше сохранение. Так, хорошо, ребят, погодите минуточку. Давайте тогда сохранимся, что ли. Мы там отдохнуть, решка. Надо было решку. Да, я же говорю, самая первая мысль, она самая правильная. Тут ничего не поделаешь. Отдых прерывается, бла-бла-бла. Да, хорошо. Ладно, сейчас сохранимся и вернемся. Ну что ж. Получилось сохраниться опять там с третьего, с четвертого раза, с какого-то. Самая фишка в том, что у нас за все это время почти полностью в порядке менталка, а мы ходим довольно долго. Да, мы проголодались, я это исправлю сейчас, но фишка в другом. Очень приятно, что менталка реально в порядке. Давайте теперь то же самое всю территорию, но обходим в темном мире. Что ты делаешь? Работаю. Так, ладно. Используем моя глубин. Чтоб менталка и оставалась в порядке, используем факел. Тут мы вот Вельзевула укатали, но в принципе ладно. Так, сюда мы с вами уже ходили. Пойдемте вниз. Слабеет от голода. Да, это мы знаем. Еще раз полностью пройдемся по темным местам. Тут у нас скелет одинокий. Вот тут этот чувак к нам выбегал. Нет, погодите. Давайте теперь в обратную сторону, как бы, ну, по часовой пройдемся. В прошлый раз мы сюда и пошли. Теперь мы пойдем вот сюда. Так, а тут у нас... там мы не пройдем просто. Все эти ящики, ну, скорее всего, они все пустые, потому что я уже в них шарился. В прошлый раз, помните, как мы в этой стене застряли? А, какое время было. Так, а здесь мы не можем пройти, у нас тут заколочено в этой реальности. О, тебя мы еще не убивали, иди сюда. Нет, блин, я же не пожрал! Черт! У меня сейчас слабые удары будут, потому что я не пожрал. А, это говно нас успеет ударить. А, на 5, правда. Но все равно неприятно. Надо сейчас подраться и похавать. Ну, сдохни, все уже. А, так, где там наше рагу было? У нас есть 3 табака. Ой, это вообще приятно. Пила, нога. Сырое мясо. Надо бы огонь найти, кстати. Грибное рагу. Вот, 5 штучек. Мы вот так вот делаем. Вот так.
и вот так. Все, отлично. Вот этих штучек будем всех потихонечку убивать. Камень душ, да не, не хочу. Обыскать не нужно. Нет, не хочу камень душ, хочу обыскать. Ничего ценного. Твари такие ходят, вообще ничего ценного у них нет. А он так и провисел? Он все эти годы так и провисел, что ли? А вот эти цепи? Травка. Вот я чего и ожидал. Ну, привет, чувак. Так на этот раз я поел, держи. На 500. Ну, нормально, 456 годится. Что-то плести, счастливую монетку, отлично. Наконец-то я зеленую траву нашел. То есть меня теперь не будут ваншотать вот этой фигней, и я смогу хоть как-то отбиться. Так, но это я, получается, в тупике. То есть дорога обрушилась, изучить, дует холодный... Дальше я не пройду без маяка. Так, так. И тут тоже дорога обрушилась. Собственно, мы сюда пришли, получается, просто полутаться. Ну, то есть, набрать кучу полезной травы, и это хорошо. Отлично. Нам теперь нужен маяк глубин. Где у нас там был ближайший? Мы можем... Сюда я не могу никак зайти, хорошо. В общем-то. Вот тут у нас был ближайший маяк глубин через скелета. Да, через скелета. Хорошо. По крайней мере, посветлее. Теперь можем пройти еще вот сюда посмотреть. Где-то можно переключиться, правда, я не помню. Вот это очень странное место с двумя... факелами. Ну хорошо. Я все забываю, что вниз можно пойти. Серьезно, карта вот такая, вот таком, таким образом меня очень сильно путает. Да, факел потух, но здесь он нам вроде как не понравится. Кстати, смотрите, в чем прикол. Здесь-то дверь тоже заколочена, выходит. Она с двух сторон заколочена. И тут, и там. И тут, и там я ничего не могу с ней сделать. Вот сюда я, правда, опускаюсь. Тут у нас вот эта дорога развалена. Наверх которая. Через которую мы сюда пришли. Вот этот кусок дороги обвалился. А здесь... Вон тот кусок дороги обвалился. Все, я понял. Ага. Так, окей. Вниз она будет сейчас обвалена. О, зато тут что-то есть. Что-то блестит. Камень душ. Нормально, блестюлик мы много нашли. То есть вот эти маяки, они нам нужны для перемещения, грубо говоря. Между теми местами, которые обвалились... Факел, пожалуйста. Ну, что так нас все приводит сюда. Как ни крутись. Я теперь даже не знаю. Изучить. От нее разит смертью, запекшейся кровью. Бросить камень. Слышен тихий звук. Похоже, что внизу что-то есть. Но падение будет весьма продолжительным. Нет, спасибо. Пожалуй, я не хочу. Давайте сойдемся на этом. Так. Здесь у нас та тварь сидела на поводке. Я не уверен, что я хочу с ней вообще сражаться. И тут у нас есть аппарат по выкачиванию крови, грубо говоря. Вот здесь, да, который. Я не знаю, стоит ли мне что-то с ним делать, не стоит. Посмотрим.
кстати. Это очень странно. Но при этом ничего не... Оно крутится? Но со мной вроде ничего не происходит. Ладно, ребят. Получается, что в параллельной реальности я могу сюда прийти и повесить там ту же самую Тарс или еще кого-то. Это будет жертвоприношение крови. Нужно ли оно мне? Я пока что, опять же, мы вот это все место нашли, но оно закольцовано, и я пока не вижу никакого нового места, куда могли бы пойти. Поэтому пишите, говорите, как вам, что вам, что вы думаете, куда нам нужно теперь, стоит ли нам это делать. Сейчас я потихонечку еще пока буду идти назад. Посмотрите, у нас вообще сюда другого пути-то сейчас нету, кроме как через маяк, иначе мы не пройдем, да, там все обрушилось. Поэтому давайте через маяк. Вниз. Пойду я сейчас обратно к нашему сохранению. Возможно, я вне записи быстренько пойду порыщу еще в библиотеке, раз у нас сохранение очень близко к записи. Потыкать. Никакой реакции. Сохранение у нас очень близко к записи. Ой, сохранение. Библиотека очень близко к записи, поэтому я сейчас запишусь. Возможно, за кадром быстренько сбегаю в библиотеку. У нас вроде как с голодом и... Кстати, почему волчица разум... Погодите, у нас где-то подымался разум. Вот почему... Вот почему он не уходит. У нас он где-то поднимается. Где-то есть место, где разум поднимается. Потом он всегда остается на высоком уровне. Не то, что он не тратится, он тратится, но просто в определенном месте он начинает обратный. Видите, в этом мире разум возвращается. Или, по крайней мере, в этом месте. Ну, может, потому что светло, хорошо, приятно, да? Офигенчик. Я не знаю, как такое происходит. Это вообще законно? Решка. Не знаю, почему. Да. Ну, вот, в общем-то, вот такой парадокс. Первая мысль всегда правильная. 20 файл. Торжественно. Хорошо, ребят, тогда давайте на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Подсказывайте, пишите, куда мне, что мне, как мне, что мне делать. А там уже посмотрим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.